Приветствую всех в Conan Exiles, путешествуя по острову. Шел я как-то на носороге по берегу и увидел интересный остров. А еще меня интересно вот еще что. Там на этом острове вполне может быть что-то ценное. Еще меня интересует, почему там летают чайки. В общем, мы решили туда сгонять. Сейчас Аня подойдет и тоже туда поплывет. А я пока поплыву туда один. Что-то подсказывает мне, что это остров сокровищ. Кстати, смотрите, под водой. Под водой плавают рыбы. Так, надо сперва добраться до острова, потому что запас сил сейчас закончится. Вот, видите, там чайки летают. И это неспроста. Помню, как мы плавали на остров сокровищ Скам. Ну и здесь в Conan Exiles тоже, видимо, такой остров есть. Правда, тут островок совсем маленький. Пока нырять не буду. Смотрю, что там под водой. Там вот какая-то арка. Надо будет нырнуть. Посмотреть, что там под водой. Разбитая лодка. Так, восстановить надо запас сил. И что на этом острове можно найти? Сокровища тут какие-нибудь есть? Да, вот и сундучок. А здесь семена серого лотоса. Ну, неплохо. Не то чтобы редкий, но... Скелет лежит. Да, давайте на самый верх залезем. Так. Ух ты, смотрите здесь, что произошло. Надгробье, крест, два скелета. Денежка, золотой слиток. И тут скелет. Тут. Хорошо, я как раз снимаю видео про остров сокровищ. Тут. Окей. Смотри, где я на карте, и плыви. Хорошо. Здесь скелеты и сундуки. Так, а это какая-то такая штучка. Отсюда, видимо, они прыгали вниз. Ну, те, кто тут жил. Ох ты! А там внизу вижу сундук. Так, сейчас я тут тоже прыгну вниз. Видишь, где я на карте? Да, я вижу. Это остров сокровищ. Но на карте нету там никакого острова. Ну, а я сейчас на острове. Так, тут еще под водой сундуки. Так, ну что, ныряем отсюда. Ух ты, тут целый аттракцион. Что? Трамплин. Знаешь, как меня подкинуло на трамплине? Да. Так, сундуки.
Так, а вот это? Ой, тут в сундуке краска и пустынный ром. А тарелка, Коль? Да. Ты слушай, хватит алкоголем увлекаться? Так я не увлекаюсь, в сундуке. Не пей. Хорошо. Так, всплыли. А вон еще сундук. Что-то я как-то песню такую слышала. Про ведьмину воду. Но ты ее проклятую не пей, не пей, не пей. Да, что-то тоже знакомо. Ты плывешь ко мне? Ну да, конечно. Наверху острова такой трамплинчик. Если ты на нем прыгаешь, тебя подкидывает, и ты летишь за 50 метров. Ты что, водяные гонки устроил? Вот сейчас ты будешь подплывать, я тебе покажу. Окей. Как-то ты медленно плывешь. Ну, у меня силы нету. Интересные. Так, у меня же нету пропеллера, как у Карлсона. Я вот здесь просто прыгну. И плюс я еще борюсь с течением. Странно, на карте этого острова нет. Отплываешь? Да. Отплываю. Залази сразу наверх. Окей. Так, это что за цветочки? Слава Асуры. А что это? У меня сундуки здесь пустые. Так я уж все залутал. Там были слитки, монеты, краска. Окей. А этих скелетов это ты что ли побил? Не, они уже это трупы. Иди вот сюда и вот тут вот стой и смотри вот туда вот. А ну-ка давай. Сейчас смотри, я разбегусь и полечу. Смотришь? Да. Че, высоко летел? А что, слон не летит с носорогом? О, нет, этот я еще не высоко, а я дальше прыгал. Ну вот, если бы вот здесь носорог и за слоном не стояли, я бы тоже попробовала. Ну теперь ты прыгай. А не могу я, не могу. Почему? А потому что там слон с носорогом стояли прямо на мостике на этом. Надо на самом кончике. И вниз на тебя смотрят. Надо на кончике толкаться. И тогда улетишь далеко. Давай, прыгай. Ничего? Ты смотришь? Да. Нет, у тебя не получилось. Ты прям вниз
упала. Там надо как-то оттолкнуться, и я вот первый раз прям улетел так далеко-далеко летел. Сейчас попробуем. Смотри. Давай. Ничего себе! Видела, как летел? Да, видела, да, ты как высоко подпрыгнул. Ничего себе! А ты видео снял такое? Да. То надо было бы сейчас мне снять, как ты высоко взлетел. Вот смотри, где я выплыл. Вот до сюда я допрыгнул. Ты разбегаешься на шифте и на кончике нажимаешь пробел. Давай, прыгай. Ну, когда уйдет носорог со слоном оттуда. Ну вот, а тогда мне надо на берег вылезти. А потому что они на мостике стоят и вниз на тебе смотрят. Вот так я далеко улетел. Господи, так здорово было, как ты вверх прямо взлетел. Надо на шифте только бежать. А слон тоже хочет попробовать. Смотришь? Да. Бегу. Сейчас разгонюсь. О, ничего себе, ты улетела. Плюм. Видела, как далеко? Да. Ты видел? Я назад видео заснял. Ой, у меня светящаяся пещера открылась. У тебя нет? Найди ее. А у тебя не было светящей пещеры? Нет. Я на нее, до нее, наверное, не допрыгнул. Под водой поищи. Сейчас, подожди, мне нужно наверх попасть. Вот и сюда, где я. Я что, еще не выплыла? Ну, я здесь пещеры никакой не вижу. Вот там у тебя откроется светящая пещера. И вот там, в этой пещере, наверное, клад. Открылось у тебя, нет? Нет. Ну вот сюда, к обломкам корабля, тебе надо подплыть. На дне который? Да, да, да. Так а я там плавал, я сундуки там лутал. Да, но у тебя что, там не открылась светящая пещера? Нет. Ну, у меня открылась светящаяся пещера. Сейчас. Сейчас еще раз сплаваю. Ну я смотрю на дно, я тут не вижу, где тут может быть пещера. Я не знаю. Может, она опять какая-нибудь ямка в этом грунте? А вот открылась, нашел я ее. Ну вот видишь. Или она может быть где-нибудь здесь. Только проблема, знаешь, в чем? А я нашла ее, нашла. У меня воздуха не хватает, я сейчас утону. Ты за воздухом следи. Слышишь, за воздухом следи. Ой, там двери какие-то. Там. Ой, мне надо быстрее выплывать, а то я сейчас помру. Да вот именно там воздух надо смотреть.
Фу, чуть и не потонула. У меня жизни чуть-чуть осталось. Слушай, а я не знаю, как туда доплыть. А в воде она не бинтуется и не лечится. Так, надо снова к острову плыть. Сейчас я сплаваю. У меня спальник есть, надо спальник кинуть, потому что если я тут помру, чтобы я мог тут возродиться. И рисковать. А там дверь какая-то была, там, когда в конце, там туннели, там какая-то была дверь. Ну вот ее надо открыть. Так, здесь строить нельзя. Я пока прервусь, положу спальник, снова сюда приплыву. Мы снова в светящейся пещере, ну, сюда подошли. И на этот раз уже подготовились более тщательно, чтобы не помереть. Что значит подготовились более тщательно? Выложили все самое ценное и сделала Аня зелье. Вот такое вот зелье рыбьих жабер. Нет, еще подожди. Это зелье. Сейчас я покажу, где оно делается. Зелье варенье где-то это. Так, где это зелье варится? Какой талант? Это талант? Сейчас я тебе скажу. Алхимик? Алхимик, да. Так, вот. Зелье рыбьих жабер. Помнишь, какие ингредиенты надо? А пурпурный лотос и красный лотос, и плюс скляночки нужны с водой. Еще, наверное, алхимическая основа. А, да, и алхимическая основа, да, точно. Вот это вот зелье. Оно дает баф и... запас кислорода не убывает, когда вы находитесь под водой. Ну, примерно одной баночки хватает, ну, секунд, наверное, на 30. Поэтому мы взяли по 20 банок. Сейчас будем нырять. Ну, все, я готов. Okay. Ну, я лечу? Да, и сразу ныряй и в пещеру. И запомнила по поводу банок? Окей. Отойди из дороги. Следи за запасом. Хорошо. Погрузишься, смотри. Сразу банку пей. Хорошо. Смотри, как я плечу. Давай. О, ничего себе. Ничего себе ты летишь. Ну и я следом. Так. И сразу в пещеру. Ну вот кислород начал тратиться, я выпил банку. Баночку выпила? И вот следи, закончится, следующую пей. Плывем. Ой, как тут красиво. Как интересно. Следи за бафом. Слышу, слышу. Так, сундук. Ой, как интересно тут. Ну я все забираю. Ты просто сразу все бери. Да, я так и делаю. А, там рассортируем уже туда. Так, вот еще сундук. Слушай, как красиво, как вот здесь. Это город какой-то, да? Краска в основном. Ну, какая разница, бери, а потом разберемся. А это кто? Вот это, смотри, здесь кто? Вот это вот, кто это? Статуя какая-то. Статуя, да, вот видишь?
Еще один звонок. Вино, хрусталь. Так, а я не вижу нигде сундук с этим, как его. Вот он, иди сюда. С ключом. А, вот я вижу, да. Вот он. Бутылечек выпила? Да-да, выпила. Боевой топор берсерков. Бонус к здоровью. Забирай. Хороший. Забрала. Ой, это вы смотри, рыбки. Ой, смотри, что это? А что это такое? Почему они так колечко делают? Да, вот они таким кругом плавают. Ну вот и все, вот видишь, это вот вся пещера. Смотри, а почему они таким кругом здесь плавают? Не знаю. Я думал, что это какой-то значок, что там кислород есть. Вот тут где-то я помер. А мне, вот это вот, наверное, они вот над этим кружат, вот видишь? А там на самом верху там нету ничего, нет? Ну, посмотри, всплыви, там потолок. Так. Почему они тут кругом плавают? Здесь, вот здесь и камеру снял, вот это как рыбы тут плавают? Да. А ты вот здесь в круге был? Был, конечно. Смотри. Ну что, будем выплывать? Да. Что, все здесь взяли, все достали? Ну, все сундуки открыты. Так, пузырек. Поплыли назад. По-моему, вчера тут сундуков было побольше. Нигде здесь пополнять кислород нельзя. Я тут все обплавал. Поэтому нужно обязательно это зелье. Ну вот, обратите внимание, я 3 пузырька выпил и, собственно... Может, мы еще где-то не найдем? 3 пузырьков хватило. Тут уже я выплываю. Ну вот, мне хватило 3 пузырьков. Например. Ну да, 3 пузырьков. Ты где? Около острова. Тут на дне. Ты еще на дне? Нет, все, всплыл. Там еще сундучок один был. Около острова тоже на дне сундучки стоят. Я около острова. Вот сундук. Вот такой вот светящийся пещера светящаяся и сами видели, какие там сокровища. Вот этот вот боевой молот, топор, то есть
нашли. Слушай, так красиво, так загадочно, да, там? Да. Так, я на острове. И я тоже тут. Ну все, плывем на берег. Погнали. Все, ребятки, на этом заканчиваю. Обзор светящейся пещеры. Как я сказал, обязательно зелье туда нужно брать. Без зелья у вас кислорода не хватит. Как минимум 3 бутылька надо. Все, ребятки, спасибо так, за внимание. Так, вот это там троплин, вот этот троплин, это не просто так, вот оно специально там, чтобы так туда далеко прыгнуть можно было. Да, чтоб сразу туда, к пещере. Да, там приземляешься прямо сразу к пещере. Все, ребятки, до новых встреч. Ты видел мой полет, как я полетела? Видел.